Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 апреля. Вчера я, когда снимала видео про то, что у нас черемуха уже цветет и почти отцвела, я сказала, что это одна из народных причин, примет, что если на цветение черемухи холода нет, то значит его уже не будет. Ну и комментариев, конечно, пришло много. Многие пишут, что цвет черемухи это еще не показатель. Нужно ждать, когда зацветет одуванчик, нужно ждать, когда лист березы будет размер с копейку. Но я хочу сказать вам, что у нас все это давно уже есть. Как вы видите, подползем. Как вы видите, что одуванчики цветут у нас давно и очень массово. Вот вообще все одуванчики, которые вылезли вот здесь на участке, тут же я еще ничего не убирала, они цветут наравне с тюльпанами. Я их пока не удаляю, красиво, хорошо. Сейчас покажу березу. К сожалению, своей личной березы у нас нет, но у нас есть береза напротив у соседей. И если посмотреть на состояние этой березы, то видно, что листики у нее уже явно не с копеечную монету. Наверное, уже с 5-копеечную монету. Так что у нас все народные приметы, которые мне называли, и одуванчики, и береза, все подтверждает, что уже пора. Как сказали, что если цветет одуванчик, значит почва прогрета, и она достаточно прогрета для посадок. Ну вот что делать в таких случаях огородникам, когда все приметы, и черемуха, и одуванчики, и березы, все говорит, высаживайте, уже пора, а по календарным срокам еще апрель. Ну кто высаживает в открытый грунт в сибирском регионе томаты в апреле? Это же нонсенс. Нынче сумасшедший год, который спутал все карты огородникам. И где-то там холодно, кто-то еще в куртках ходит. У нас земля горячая, я хожу босиком, и как вы видите, все растет, все цветет, и уже одуванчики кричат. Грунт уже готов, высаживайте. А вдруг это ложные такие сигналы? Может быть, это все потом изменится? Вот смотрите, как нас запутывает природа и вот эта погода. Я не знаю, что делать. Мы вчера начали высаживать. Я же говорила вам, что я первый раз в жизни работаю с помощницей, вот с Катей. Мы вчера начали высаживать в открытый грунт, но все равно на все свои высадки я устанавливаю дуги. Ну, без укрытий, безо всего. На крайний случай. А вдруг мороз? А вдруг похолодание? Хотя вся природа говорит об обратном. Вот что делать? Посоветуйте. У кого-то тоже, кто-то тоже живет же в таких районах, где уже одуванчики цветут. И береза уже как взрослые листья. И черемуха отцветает. По всем народным приметам уже пора высаживать в открытый грунт. Стоит ли прислушиваться вот к таким подсказкам природы? Или все-таки нужно сидеть и ждать еще чего-то? Все, я буду рада за любые комментарии. Я-то, конечно, высажу, вы знаете меня, что я и так рано высаживаю. Но другие люди, которые сидят и опасаются, потому что, ну, это дико в апреле высаживать в открытый грунт, особенно вот у нас в регионе. Может быть, кто-то... Ну, такого года у меня не было на памяти. Может, кто-то из старожилов даст совет другим огородникам, стоит ли прислушиваться к народным приметам и высаживать все-таки все, рисковать так.